Привет всем, меня зовут Никита, канал «Живи в Сочи». Сегодня будет очень важное видео для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость в Сочи, хочет заработать денег на недвижимости в Сочи, но не знает, куда инвестировать, не знает, где надежно инвестировать, где выгодно инвестировать и так далее. Специально для вас я проанализировал все 1300 новостроек в нашем городе и выбрал топ-4 инвестпроекта. Всем приятного просмотра и не забывайте ставить лайки. Поехали! Итак, четвертое место и жилой комплекс «Фестивальный». Находится он у нас в микрорайоне Фабрициус. Микрорайон Фабрициус – это у нас очень такой востребованный район. Причем это не в каких-то отдаленных там его участках, улицы Метелева там и прочее. Это самое начало Фабрициуса. Здесь у нас рядышком Дендрарий, сквер «Фестивальный», курортный проспект. Курортного проспекта здесь буквально ну, минуты 3, наверное, на машине. Мы переходим в курортный проспект, и там у нас вообще начинается трехугольник. Треугольник, золотой треугольник, так называемый. Где вообще максимально дорогая недвижимость в Сочи. Цены доходят до миллиона за квадрат. Может даже больше, это уже старые данные. Что касается застройщика, немаловажный, да, фактор. Один из первых факторов, на что стоит обращать внимание, это репутация данного застройщика именно в нашем городе. Он уже построил и благополучно сдал такие дома, как Монте-Карло, ЖК Монте-Кристо. Я снимал, кстати, на него обзор недавно, можете сейчас посмотреть по ссылочке. ЖК Монако Клаб 1-2. Вот, ну, это далеко не весь послужной список данного застройщика. Давайте перейдем к цене. Цена на сегодня начинается от 125 тысяч рублей за квадратный метр. Но, ну и кстати, повышается за каждый этаж выше на 5 тысяч рублей за квадрат. Вот, такая у нас политика ценовая. Причем почти во всех жилых комплексах в Сочи. Вот. Но мы не будем брать вот эту минимальную цену, мы будем брать средний этаж, смотреть, какая цена на нем, и будем получать среднюю цену. Здесь средняя цена 150 тысяч рублей за квадратный метр. Насколько вырастет цена? Цена вырастет предположительно до 180 тысяч рублей за квадрат, как минимум. Откуда мы берем, да, эти цифры? Мы берем их из цен на недвижимость в рядом стоящих домах. Причем мы не учитываем, да, постоянный рост недвижимости в городе Сочи, не учитываем, что данный дом-то уже новенький, будет бизнес-класса, современный дом, а цены в рядом стоящих домах, они уже, ну, дома эти морально устарели и как бы уже совсем не то. Но я думаю, будет правильно брать все по минимуму, да? Итак, цена как минимум вырастет на 30 тысяч рублей с одного квадратного метра. И покупая квартиру, я себе все записал, чтобы не ошибаться в цифрах. Покупая квартиру, например, сегодня 35 квадратных метров, мы зарабатываем 1 миллион рублей до конца этого года. Да, срок сдачи этого дома 4-й квартал 2019 года. Неплохо. А мы переходим к третьему месту. Итак, третье место у нас жилой комплекс «Мадрид 4». Находится он на Мамайке, в 5 минутах от моря. Но это такая курортная недвижимость. Здесь пойдет и посуточная аренда, и длительная аренда. Дом тоже бизнес-класса. Застройщик обещает, и даже офис продаж, все говорят о том, что он будет конфетка, он будет очень симпатичный. Современный дом, там даже есть такие террасы поделен на 5-м, если не ошибаюсь, и 9-м этажах. Ну, очень интересный проект. Я его также снимал недавно на свой канал, можете пройти по ссылке и посмотреть. Так, застройщик, здесь очень большой послужной список, сейчас весь зачитаю вам его. Очень известный в нашем городе, обладает отличной репутацией застройщик. Его проекты — это Мадрид 1, Мадрид 2, Мадрид 3, сданные дома. 4-й — это тот, о котором мы сейчас говорим. 5-й также строится. Мадрид Парк 1-2 сданные дома, Монреаль 1-2 сданные дома, Парк Авеню 1-2 сданные дома, Калифорния, ЖК Царицына, ЖК Сорента Парк — все это сданные дома данного застройщика. Неплохой, да, такой послужной список. Минимальная цена здесь начинается от 116 тысяч рублей за квадратный метр. Но, конечно же, мы опять ее не будем брать, мы берем среднюю цену. И средняя цена также здесь составляет 150 тысяч рублей. Ожидаемый рост здесь также плюс 30 тысяч рублей за квадратный метр. Срок сдачи данного дома застройщик ставит 3-й квартал этого года. Но вы всегда должны понимать, что прибавляйте сразу смело там 2-3 месяца. Ну, то есть это норма. Для Сочи это норма. Сдаться в срок, я не знаю, наверное, сдаются единицы.
Всегда прибавляйте в строящихся домах там месяц, два, три. Если по ФЗ 214 дом строится, то смело полгода добавляйте. Итак, в данном жилом комплексе мы также можем заработать плюс 30 тысяч рублей за квадратный метр. Но срок сдачи, как нам ставит застройщик, чуть-чуть поближе, да, поэтому этот дом я разместил на третье место. И мы переходим к самым мощным таким домам, где можно реально заработать. Второе место. И на втором месте у нас масштабный очень проект рядом с морем. Таких проектов вообще еще не было у нас в городе Сочи. Это Морская Симфония 2. Строится она у нас по федеральному закону 214. Масштабнейший проект такой с бассейном 550 квадратных метров. Недавно там был. Они немножко изменили проект в сторону увеличения бассейна, увеличение площади, там, зоны отдыха и так далее. Ну, в общем, смотрите обзор, также, опять же, сейчас он появится здесь. Что касается застройщика. Застройщик строил, сдал ЖК «Белый дворец», White Palace, ЖК «Лучезарный», в Дагомысе находится сейчас 350 тысяч средняя цена там за квадратный метр. Апартаментный комплекс «Крымский», это сейчас строится на Мамайке, Волжский, первый, второй, это уже сданные дома. Апартаментный комплекс «Гранд Рояль» сейчас открылся в продажу. Знаете, какая средняя цена там сегодня? 550 тысяч рублей за квадрат. Причем ожидают потом продавать по 1,5 миллиона за квадратный метр. Вот такие вот цифры. Но я его пока в свой топ не включаю. Также он строил в Подмосковье, говорят, знаменитый комплекс «Золотые пески». И в Ростове-на-Дону тоже есть жилые комплексы данного застройщика. Цена на сегодня от 125 тысяч рублей, но в среднем также 150 тысяч рублей за квадратный метр. Повышение цены здесь рост будет как минимум. Вообще такого проекта нету, когда такого проекта еще не было, с такими вот бассейнами, с такой придомовой территорией. Но здесь сложно говорить, и здесь цена может очень сильно вырасти. Но мы берем, опять же, по рядом стоящим домам, и цена вырастет примерно на 50 тысяч рублей за квадратный метр. Но здесь срок сдачи 4 квартал 2020 года, поэтому покупая сегодня 53 квадратных метра, вы можете к концу 2020 года заработать 2 миллиона 650 тысяч рублей. Неплохо. Вход, кстати, 5 миллионов 173 тысячи рублей в данный проект на сегодня. И, друзья, первое место. Барабанная дробь. ЖК «Альпийский квартал». Конечно же, ЖК «Альпийский квартал». Масштабный жилой комплекс практически в центре Сочи, строящийся на лакомом таком кусочке земли, который остался благодаря стоящему на нем долго лет долгострою. Сейчас этот долгострой, то есть достраиваться данным застройщиком. Люди там вообще плакали, когда узнали эту новость. Представьте, прождать там, по-моему, 8 лет они ждали. Уже надежды все потеряешь, тут себе бах. Квартира в новом жилом комплексе бизнес-класса, причем очень крутой жилой комплекс, там со своей большой внутренней территорией, с концепцией, да, город в городе, там будет все внутри, вам вообще не надо даже выходить. Единственное, зачем вам выходить из этого жилого комплекса, это на море, чтобы съездить. Переходим к застройщику. Застройщик в нашем городе считается одним из самых надежных. Готовы его дома, это Альпика 1, 2, 3, 4, Альпика Плюс, Альпика 17, 18, жилой комплекс Мерката сейчас строится тоже на самом верху микрорайона Фабрициус. ЖК Панорама в центре города, бизнес-класс, хороший такой домик. ЖК Артхаус тоже готовый уже дом. По ценам. Сегодня цена начинается от 105 тысяч рублей за квадратный метр. Очень интересная цена, да, по сравнению с теми. Вырастет она до, как минимум, до 180 тысяч рублей за квадрат. Причем мы взяли здесь цену за отдаленный дом, остров мечты, где сейчас в среднем вот такие вот цены. Причем он уже выглядит очень так печально, я вам скажу. Внутренняя территория уже пришла в запустение, фасад уже выглядит, ну, очень так, как будто, я не знаю, дому этому 50 лет. Итак, в этом проекте мы можем заработать в районе 80 тысяч рублей за квадратный метр, также до конца 2020 года. Это, например, опять же, давайте приведем пример. С площади 45 квадратных метров мы сможем заработать 3,5 миллиона до конца 2020 года. Это очень круто, я считаю. Вход в данный
инвестпроект на сегодня составляет 4,3 миллиона рублей. Вот рекомендованные мной 4 инвестпроекта в городе Сочи от надежных, проверенных временем застройщиков, с полным пакетом документов. Обязательно это вам не дома, которые на ИЖС там строятся где-то в Олимпийском парке. А здесь полный пакет. И обратите внимание, кстати, все очень быстро раскупается. Кто-то вообще инвесторы заходят, этажами скупают. И предложение, которое я вам сегодня, о котором сегодня вам поведал, его может завтра уже не быть, да? А кто-то, в общем, долго думает, кто-то очень быстро действует. Специально для тех, кто сомневается, кто сидит, думает долго, хочу привести пример, как мы заработали с Ольгой Викторовной, точнее, как она заработала. Вложилась в жилой комплекс «Посейдон» на начале. На начальном этапе мы купили 43 квадратных метра по 110 тысяч за квадрат, это получилось по 4730, и потом, ничего не делая, просто прошло время, прошел один год, плюс-минус месяц, дом сдался, мы продали эту же недвижимость по 175 тысяч за квадратный метр, по 7 миллионов, за 7 миллионов 525 тысяч. Итого мы заработали 2 миллиона 795 тысяч рублей за год, плюс-минус месяц, да, 2,8 миллиона за год. Но я думаю, это круто. В общем, друзья, обращайтесь ко мне, и вместе заработаем пару миллионов. Всем пока, звоните.